Всем привет! Вы на канале Zeus News. Сериал «Диверсант». Именно с него началась популярность артиста Кирилла Плетнева. Сейчас, когда актеру стукнуло 40 лет, он до сих пор востребован и активно снимается. Однако это не мешает ему также принимать участие в жизни троих сыновей. Но есть особенность – у каждого из них своя мама. Поэтому Кирилл называет себя порой «воскресным отцом», так как может видеться с детьми лишь в выходные. Но ему удалось сделать то, что многим бывает не под силу – поддерживать прекрасные отношения со всеми матерями своих детей и иметь возможность собраться всем вместе, чтобы лишний раз продемонстрировать, насколько они едины, пусть даже и не живут под одной крышей. Из-за постоянной занятости времени на общение не остается, но Кирилл старается использовать любые возможности для того, чтобы увидеться с детьми. К примеру, недавно они все вместе посещали дорогой ресторан в Санкт-Петербурге, о чем актер успел поделиться со своими подписчиками. Мальчиков зовут Александр, Георгий и Федор, и мужчина души не чает в своих детях. Пронырливые журналисты пытались разузнать, кто же из них является первенцем, и раздобыть контакты матери. Но Плетнев не торопится делиться столь важной информацией со СМИ и отказывается комментировать ситуацию. Поклонники в то же время обожают пускать слухи о его романе с ассистенткой режиссера. Первый брак Кирилл заключил в 2010 году. Тогда он женился на Лидии Милюзиной, коллеге по цеху. Они принимали участие в сериале «Ищу тебя». Между ними вспыхнул бурный роман, результатом которого стал сын, Федор. К сожалению, через 2 года пара разошлась. Лидия узнала о измене Кирилла с Ингой Оболдиной, актрисой. Нино Нинидзе стала второй избранницей Кирилла. В 2014 году пара начала встречаться, и уже через год у них родился сын, Александр. Но это не повлияло на желание актера регистрировать брак. Нино удалось затащить мужчину в ЗАГС лишь спустя 3 года. Процедура проходила вдали от посторонних глаз, приглашены были лишь самые близкие. Но и этот брак просуществовал недолго. В чем причина, ни одна из сторон не комментирует. Поклонников этот факт нисколько не волнует. Ведь мужчина помимо того, что уделяет детям время, так еще и ладит с каждой из жен. Поэтому критиковать и косо смотреть в его сторону нет никакого смысла.